Веселые конкурсы, танцы и мастер-классы проходят в Одинцовской библиотеке номер 2. Летом Александра часто приходит на занятия. Мне очень понравились конкурсы, там, где мы рисовали клоуна. Итак, мы сегодня с вами делаем арбуз объемный. После конкурсов дети учились делать арбуз из цветной бумаги. К каждой ягоде можно привязать цветную ленточку и забрать готовую поделку домой. Такие мероприятия проходят регулярно. Узнать о них можно из соцсетей или на официальном сайте организации. Участником может стать каждый. Главное быть прикрепленным к этой библиотеке. Так как летний период у нас 3 месяца длится, долгий, и дети остаются часто в городе, чтобы им было интересно, познавательно и весело, мы стараемся проводить такие мероприятия каждую неделю, 3 раза в неделю. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».